Сейчас я открыл пресет усилителя, виртуального усилителя Amplitube, которым я часто пользуюсь, коллекция Fender 2. Это усилитель Super Reverb 65-го года. Звучит это примерно так. Сейчас я использовал NEC-овый звукосниматель в режиме Voice 2. Можно попробовать использовать его в режиме Voice 1 и послушать, как отличается звук. Voice 2. Довольно небольшое отличие, но оно на самом деле, когда играешь с группой, оно имеет существенное значение. Следующая комбинация — это два звукоснимателя вместе. Сейчас я играю на NEC-овом звукоснимателе Voice 2, бриджевом Voice 1 у меня всегда стоит. Теперь поставлю NEC-овый Voice 1. Звук получается чуть более яркий. Теперь чисто бриджевый звукосниматель. Увеличим громкость практически на полную и, опять же, бриджевый звукосниматель. NEC-овый звукосниматель дает очень богатый звук на перегрузе. Сочетание двух звукоснимателей мы можем использовать для классного блюзового саунда.